Арина Токарева учится в 8 классе лицея номер 6 имени Михаила Алексеевича Булатова. В дневнике у девочки одни пятерки. А еще Арина готовится представить наш край в финале конкурса, посвященном героям Отечества. Он состоится в Москве. В будущем школьница мечтает стать стоматологом. Ощущается волнение немного, но мы очень рады, что нам вручает глава наш, и мы очень счастливы, для нас это знаменательный день. Первый главный документ из рук главы региона Романа Старовойта получили 6 учеников. Все они достойно представляют свои учебные заведения на разных соревнованиях и демонстрируют успехи в учебе. Очень важно, чтобы вы, как подрастающее поколение, продолжали то, что делали наши предки, то, чем мы сейчас занимаемся, а именно укрепление государственности. Сделать все то, чтобы страна наша оставалась единая, и все народы, народности, которые населяют наше государство, они жили в мире и согласии. Вместе с паспортами юные куряне получили и экземпляры Конституции. Кристина Горлатых, Геннадий Воробьев. События дня.